Год весенний посевной и вопросы создания новых рабочих мест глава региона сегодня обсудил с руководством компании «Биатон». Сейчас она является одним из крупнейших сельхозпроизводителей региона. С работой предприятия Дмитрий Азаров познакомился в середине мая во время визита в Челновершинский район. Благодаря применению эффективных технологий земледелия и использованию современной техники, компания ежегодно получает стабильно высокие урожаи. У аграриев были некоторые сложности с посевной из-за погодных условий. Сейчас проблема решена. Упущенные сроки удалось наверстать. Уже до 30 мая работы будут завершены. Об этом руководителю области сообщила генеральный директор компании Ирина Логачева. В планах увеличение числа емкостей и площадей для хранения урожая. Также обсуждали возможность расширения штата сотрудников предприятия. Сейчас «Биатон» обеспечивает работой свыше 1100 сельских жителей. Но уже в ближайшей перспективе число занятых увеличится. Полгода назад компания выкупила элеватор и завод комбинации корма «Провими», расположенный в Безенчукском районе. Прежний собственник, американская фирма «Каргил», остановила производство. Уже людей мы восстанавливаем, весь состав, который там был, трудовых ресурсов мы сохранили. Людей сейчас 30 человек приняли дополнительно. У нас были проблемы с тем, что... То есть это новые рабочие места? Да. Вот. И как бы это еще не предел, потому что оборудование сушильное мы завезли дополнительно. Сейчас будем монтировать. Со дня на день мы ждем получения лицензии. Вы создаете рабочие места, создаете доходы в виде зарплаты, которые позволяют вот тысячам граждан России, проживающих на территории области, иметь устойчивый доход. Каждое новое рабочее место на селе – это зона нашего приоритета, особого внимания. Я готов сегодня более подробно проговорить, конечно, и о новых проектах.